И хорошо! Я отпускаю его! Отдохни. Чародеи, мутанты, богохульники, кобальды. Фу! Может, да, может, нет. А может, иди ты нахер. Мечи высший сорт. Покажи мне свои товары.
Будь здоров. Я не за тем плачу налоги, чтобы тут вот такие вот шлялись. Ну и ну. Чем могу служить? У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Thank you.
Пошла.
Но! Хулиган. Странное вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение. Водочкой, например. Может, выпьете с нами за поэзию? Почему нет? У меня как-то в горле пересохло. А ежели сушняк, то грусть в душе и мрак. Наливай, Гаскон. Господа, я мертвец Гипьян. Я нажрался, как мертвец. А знаете, что рифмуется со словом «мертвец»? Не будь так вульгарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай. Ну хорошо, только это последнее. Водки нет, трубадуров, вещей моих, зараза. Thank you.
Вперед, плотва! Покажи свои товары. Бывай. Следы ног свежие. Мама, а деревья умеют ходить? Ликом пригож, а речами умилен. Только в глазах стоит холод могильный. Говори. Он даст тебе успех и достаток, щедро одарит и серебром, и златом. Только недаром так добр он к людям. Время придет, по счетам платить будем. Ничего не бойся, сокровища, брат, тебе станут постылы. В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Мы, как охотники, ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Помогите. А что за волчица? Вроде как она с волками трахается, а человека голыми руками разорвать сумеет. Бестия она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. Атаманша она в банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обученные. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь-ведьмак. Они очень серьезные. Знаете, что рифмуется со словами «бешеный ведьмак»? Отдавайте мои вещи живо, а то засажу по самые гланды. Это, кажется, белый стих. Заткнись и верни ему все. Ну так значит, мы квиты, да?
Да, квиты. Ну, мотайте отсюда, пока я не передумал. Мы, разумеется, мастер-ведьмак, уходим. Раз-раз, и нас уже нет. Новиград. Столица. Опускают такие колокра. Я не нахожу слов, чтобы описать, как мы я сожалею о произошедшем. Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ и от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. А ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Что такого тебе сделал этот Бертрам? Значит, этого они тебе не сказали. Ну так слушай, он пришел ко мне полгода назад. Обещал нам подсказывать, кого из деревенских стоит потрясти. А взамен получил долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел все больше, но я ему отказал. Тогда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак, это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе мое слово. Я не буду стоять у тебя на пути. Делай, что должна. Разумное решение. Видишь? Все прошло гладко. Это тебе за понимание. Идемте, господа!